Их служба и опасна, и трудна. В любых чрезвычайных ситуациях они одними из первых приходят на помощь. Сильные, мужественные, отважные, спасают других, порой рискуя собственной жизнью. На торжественном мероприятии в честь 15-летия со дня образования государственного казенного учреждения Московской области Мособлпошспас глава Зарайского городского округа Виктор Петрущенко поздравил работников пожарно-спасательной службы с этим важным событием и вручил заслуженные награды. Прозвучали добрые и искренние слова благодарности за нелегкий труд и качественную работу. Также огнеборцев поздравил начальник территориального управления номер 12 государственного казенного учреждения Московской области Мособлпошспас Андрей Филиппов. Он вручил благодарственное письмо от начальника Главного управления гражданской защиты Московской области водителю 319-й пожарно-спасательной части Олегу Шнейдеру награду Ассоциации ветеранов гражданской обороны и противопожарной службы, медаль «Неопалимая Купина» первой степени начальнику караула 341-й пожарно-спасательной части Петру Ломкину, а также юбилейные медали 15 лет государственного казенного учреждения Московской области Мособлпошспас другим сотрудникам. 319-я часть, которая входит в территориальное управление номер 12, а в территориальное управление входит 4 городских округа – Кашира, Зарайск, Сребные пруды и Озера. 319-я часть заняла первое место среди 16 подразделений территориального управления. Они достойно выступали на областных соревнованиях. Да и другие подразделения на хорошем уровне, профессиональном работают. Благодаря тому, что их возглавляют грамотные люди, которые не 15 лет в этой должности, а работают пожарными, спасателями или пришли из воинских частей достаточно давно. Все бойцы, они молодцы. Поздравляю их с этим праздником. Желаю всем им счастья, здоровья, как у нас говорят, сухих рукавов, дальнейшего развития. И то, чтобы у них в семьях всегда все было хорошо. Это надежный тыл. Ольга Желудева, Анастасия Булатова, Герман Беляев, Константин Куянов. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.